От 4 и старше. В весенней эстафете «Спортвектор-2019» ограничений по возрасту нет. К старту допускают всех желающих. Впрочем, для малышей дистанцию сократили. Преодолеть необходимо всего 600 метров. Весь сезон у нас тренировались люди, которые только вставали на лыжи в этом сезоне, взрослые люди, да, вот дети. Наш самый главный вид деятельности, наша направленность – это детишки, маленькие детишки, которые, для которых мало в России вообще школ, то есть в спортшколы принимаются очень поздно, а на лыжи можно приобщаться там с пеленок. Для взрослых новичков на лыжне – забег мотивационный. Преодолеть необходимо 1200 метров. Среди участников этого старта есть и те, кто в спорте уже давно. Осман Делибаш – рекордсменка мира по самому длительному пребыванию в ледяной воде, на лыжные соревнования пришла впервые. Рассказывает, нагрузки от привычных отличаются, да и мышцы в плавании и при беге на лыжах работают разные, поэтому сложно. Совсем недавно начала заниматься, в принципе, уже более-менее стало получаться, и вот сегодня решила тоже пересилить себя, побороть страх и принять участие в соревнованиях. Первые тренировки я вообще делала несколько коньковых движений и уже отдыхала. Сейчас я могу, в принципе, пускай в медленном темпе, но 2 круга пробежать без остановки. Не обделили вниманием соревнования и известные лыжники. На трассу выходили олимпийские чемпионы Александр Легков и Лариса Лазутина. Уже весна, она в полном разгаре. Но сегодня люди пришли своими детьми. Мы видим, какое прекрасное настроение. Детишки абсолютно разных возрастов. Они прощаются с зимой, заключительный старт. Сама сегодня прошла 2 круга с удовольствием. У меня прекрасное настроение, поэтому всех с весной, всем хорошего настроения. Приходите в наш парк, мы всегда всем рады. Известная спортсменка оценила и качество трассы. Несмотря на официальное закрытие сезона, по словам олимпийской чемпионки, кататься на лыжах здесь можно будет даже в апреле. Снежная подушка подготовлена хорошо и продержится еще пару недель. Роман Попов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».